Добрый вечер. Мы идем знакомиться с лордом. Это голубой чихуахуа, да? Лиловый чихуахуа. Вот такая порода. Он просто в комбинезончике и куда-то пошел от хозяев. Лорд, ну-ка иди к хозяевам. Иди сюда. А мы с Сатошей за ним идем. Лорд. Иди сюда. Ну, иди. А то мама тебя на ручки возьмет. И все. Прогулки, все, капут прогулки. Вот он, сейчас он на свет выйдет, и мы посмотрим, какой он красивый. Вот, какой он лиловый. Комбинезончики у него такой. Ну, давай тебя крупным планом возьмем для нашей мамы. Какой ты красавец. Вот так вот. А вот когда Татоша так делает, у него такая шевелюра, отрастил он себе за 8 лет. А нашему лорду всего 2 годика. Вот он гуляет. Пока младшая хозяйка катается на санках с горки с папой, он тут охраняет секьюрити. Ну и пойдем, Татоша, подожди. Ну давай поснимаем чуть-чуть. Ладно, стой там. Ты все равно в каждом кадре мельтешишь. Тихо. Понюхал. Вот Татоша уже признакомился. А? Вот так вот. Все, тихо. Ну ладно, все. Всем доброго вечера. Приятно было познакомиться.